Сегодня сборная России по тэквондо завершает свой первый учебно-тренировочный сбор, приуроченный к предстоящим соревнованиям нового 2013 года. На верхней базе Центра олимпийской подготовки филиала государственного унитарного предприятия «Югспорт» в Кисловодске в стане команды побывали наши спортивные корреспонденты. Президент Федерации тэквондо Дагестана Алибек Сулейманов приехал в Кисловодск не случайно. Ведь костяк сборной страны составляют спортсмены нашей республики во главе с заслуженным тренером России Магомедом Абдуллаевым. И тренируются они именно здесь. В данный момент ничего не огорчает. Почему? Потому что наши ребята являются одними из самыми такими перспективными в нашей стране. В общем, они как бы проходят в данный момент сборы. Мы хотели приехали поддержать ребят, чтобы посетить. Посмотреть, как занимается, какой настрой. После Олимпийских игр в Лондоне тренерский штаб сборной России по тэквондо возглавил Вадим Иванов. Цели и задачи перед его командой в новом четырехлетии стоят самые сложные. Ближайшие планы на этот год – успешное выступление на чемпионате мира в Мексике и на всемирных играх в Санкт-Петербурге. Есть, скажем так, свои недостатки, да, в видах подготовки, в частности, там физической, в тактической. Но, скажем так, наш минус является и нашим плюсом, то есть есть возможность как раз реализовать те возможности в этих видах и улучшить выступление наших спортсменов. Обновился не только тренерский штаб национальной сборной, но и на 70% команда в целом. Теперь это сплав молодости и опыта. Среди самых титулованных спортсменов в ее составе четырехкратный чемпион Европы Сейфулла Магомедов и призер Олимпийских игр Анастасия Барышникова. Старшие тренера поменялись, так можно сказать, и они привезли, можно сказать, инновационный подход к тренировкам. Мне за всю историю, которую я был в сборной, с 99 года такие тренировки прохожу впервые. И мне очень самому приятно с ними работать и самому развиваться. Так что каждый день здесь, на этих тренировках, я расту. И мне это очень приятно, то, что я не остановился в своем развитии, а прогрессирую каждый день. Помимо Сейфуллы Магомедова, спортивные школы Дагестана в главную команду страны делегировали двукратного чемпиона России Айдемира Шахбанова и финалиста чемпионата страны прошлого года Юрия Кириченко. Особенности то, что это высокогорье, здесь хороший климат, чистый воздух. То, что сюда не зря приезжают, до этого все олимпийцы, многие виды спорта здесь, очень многие можно даже перечислять очень долго будет. Поэтому, так и мы здесь очень много плюсов. Здесь хорошее питание, здесь хорошая база. Уже ко второму сбору в Москве к команде присоединится и прошедший реабилитацию после травмы чемпион Европы прошлого года Алиасхаб Сиражев. Дан Шугом, Руслан Гаджиев, Шамиль Сайфудинов, Расул Дебиров. Время новостей, Кисловодск.